Да будет свет! В Макеевке областному театру юного зрителя подключили электроснабжение. Напомним, освещения в учреждении не было 2 дня. Из-за этого отменили несколько спектаклей, а репетиции проходили в фойе и только днем. Как рассказала исполняющая обязанности директора, спектакль московской труппы «Седина в бороду, бес в ребро», который мог сорваться из-за отсутствия света, состоится. Он начнется, как и планировалось, сегодня в 6 часов вечера.